К 8 годам лишения свободы приговорили младшего инспектора ДПП Астаны Берика Тасыбаева. Напомню, в ноябре прошлого года он сел за руль пьяным, на большой скорости выехал на дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с автомобилем БМВ. В результате ДТП погибли два человека. По решению районного суда Алматинского района Астаны Тасыбаев будет отбывать наказание в колонии-поселении. Бывшего инспектора полиции также лишили прав на 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу, и участники процесса вправе обжаловать его в апелляционном порядке.